Несмотря на оттепель, снега в Рязани еще предостаточно. Его вывозом с улиц города сегодня занимаются около 150 единиц техники. С начала непогоды уже вывезено порядка 95 тысяч кубометров снега. Ночью очищали парковки у железнодорожных вокзалов и площадку у Рязанского цирка. По-прежнему помеха только одна – традиционно сезонная. Уборки и вывозу снега мешают припаркованные автомобили, привлекаем эвакуаторы, но из-за этого увеличивается время уборки. Еще раз обращаюсь к автомобилистам с просьбой не парковать свои машины на участках уборки и не создавать препятствий для работы техники. В местечке Карцево произошло именно так. Большие грузы обустроили себе место для отдыха и в итоге заблокировали дорогу. Эта тема, кстати, стала отдельной на заседании правительства. Власти города совместно с ГИБДД вмешались в ситуацию. Организована альтернативная площадка для парковки большегрузных средств. В предыдущую ночь совместно с сотрудниками ГИБДД оттуда их все убирали на альтернативную парковку. Полностью там территорию всю расчистили. Но, к сожалению, вот на сегодняшний день тоже картину на утро смотрели. Большегрузы продолжают там парковаться. Но будем дальше приучать к порядку. Приучили за два дня. Сегодня в этом месте скопление фур не наблюдается, а для забывчивых, скорее всего, установят специальный информационный стенд. А работы по вывозу снега с городских улиц будут продолжаться в круглосуточном режиме.